Доброго времени суток. Видеообзор на iPhone 13 Pro Max в графитовом цвете на 512 гигабайт. Телефон внешне в идеальном состоянии, то есть дисплей без царапин. Без всяких клоцков. Также сама металлическая часть. Окантовка в идеальном состоянии. Собственно, задняя крышка тоже в идеале. Камера не коцанная, ничего, все хорошо. Так, в комплекте идет коробка, ну и, соответственно, макулатура и провод. Коробка от данного телефона. Серийники совпадают. Далее предварительно вставили сим-карту. Сеть он ловит. LTE-шку показывает. Функция TrueTone на данном телефоне также присутствует. Она активна. Далее Wi-Fi сети. Wi-Fi сети он себе определяет, подключается. Bluetooth соединение определяет. Звук в идеале. Основные параметры — это 13 Pro Max, RK на 512. Все модули связи на месте присутствуют. Также, соответственно, блокировка оператором, ее нету. То есть все сим-карты подходят. Далее аккумулятор 100%, заряжался 0 раз полностью. Настройки Face ID, произведем настройку Face ID. Настройка Face ID отлично, все работает, все настроилось. Также, соответственно, проверим дисплей на мертвые зоны, фантомные нажатия. Ничего здесь такого нет, дисплей работает отлично. Ну и, соответственно, фотографии. Широкоугольник, основная камера, увеличение, фокусировка работает отлично. Фронтальная камера работает. И звук по видео также проверим на всех, в принципе, режимах. Кнопка убавления-прибавления громкости сразу работает, но и беззвучный режим также работает. Так, и также проверим, получается, на айфонах есть макросъемка. Проверим макросъемку. Да, все отлично работает. Подключим к компьютеру для теста. Также зарядка определяется. По Bluetooth полный отчет. Также произведен в августе 10 числа. Ну, отчет, соответственно, все детали стоят родные. Также, соответственно, краш-тест. Краш-теста на нем не было. Ну, системных сбоев. Проверим на Unlocker. Вот, кстати, уже проверяли. От 3 до 5. То есть дата гарантии до 12 сентября 2023 года. Вот, телефон активированный. Что еще раз? Ну, и тоже, и тот же я лизинг. Вам говорю, я чего не вижу, я вам не оценю. Я вам говорю, от 3 до 5. Айфон. Пожалуйста, до свидания. Что говоришь? Так, сейчас загрузим. Это вечная проблема у нас с интернетом. Да ладно, уж человек на слово поверил. Что ты все это хватит? Ну,
Вот, устройство не является договором лизинговой компании. Телефон в отличном состоянии. Рекомендую к приобретению.